Салют, друзья, видео для вас. Сегодня выходим на рыбалку в открытое море. Смотри, какая красота. Рассвет испанской Валенсии. Аккуратно. Да, здесь классно так посидеть. Вид классно открывается. Так, у нас там первая поклевочка пошла. Тащит что-то. Надо туда дойти еще помудриться. Сейчас переключусь. Чего там, Вова, ну-ка покажи. Тунец. Тунец это? О, поздравляем с первым тунцом. Ну, малюсенький. Первую что, надо целовать и отпускать? На нарезку. Первую мы. Ну, уже как бы подход там, космос. Ну, прям Джек Воробей. Капитан. Капитан Джек Воробей. Да. Вот. Но не переживай, типа, он наверняка был уже дохлый. Отдать швартовый. Как бы живого, во-первых, ты вряд ли разрубишь. Там же бульба не острая, она тупая. Так, еще одна у нас. Поклевка есть. Давай, давай, тащи. Так, и мы как будто рыбачим. Как будто мы это видео. Вон она, вон она. Вытаскивай, вытаскивай. Давай, 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 давай. Это селедка какая-то. Нет. Бонита. Бонита, ну о, хорошая. Ой, смотри, ой, классная. Такая она мощная. Гляньте, зубы какие. Нет, тут килограмма. Килограмма полтора, наверное. Закидывай ведро. Супер, отлично. Вон еще одна. Оно прям видно, когда не... Ну, у тебя удочка хорошо гнулась. Это маленькая, да, какая-то там? Ну, тоже нормально. Да нет. Это тунец, да? Малек какой-то. Ушла? Мелко, да. Отпустили подрастать. Всего час мы в море. Уже у нас три поклевки. Одну отпустили, две рыбки поймали. Сейчас мы примерно находимся, ну, далеко от берега. Ну, глубина где-то 35 метров. 9 утра только у нас. Смотрите, вода синяя какая. Не знаю, видно, не видно будет на камеру. Все классно. Супер. Не отключайтесь, продолжаем рыбачить. На берегах Испании, в Средиземном море. Вдали город наш. Даже не видно его, наверное, будет. Еще одна лодка. Да, все нормально. Да, нормально. Стоять. Порционный на тарел. Так, очень классно. Ну это кайф, конечно, в море тянуть рыбу. Хоть и маленькая попалась, но все равно ощущение классное. Первый раз я на морской рыбалке, всю жизнь мечтал, вот, наконец, получается, уже где-то мы натаскали штук 6-7, рыбёв поменьше, покрупнее, всяких разных.
время только 9:30, поэтому у нас до обеда еще много времени. Думаю, лов будет неплохой. Дальше не пойдет. Я не покручиваю. Вы уже перекрутили, выпускайте. Выпускайте. А что он большой? Потому что это синий тунец, он маленький. И вот, вот этот? Такого с 30 килограмм берет. За него тюрьма. Поцелуй назад. Да. Теперь он одноглазым будет плавать. Забор его сейчас весь этот вот. Забор там отцеплять надо, тех, которых не кидрят. Сейчас вот надо все... Как вы видели, сейчас поймали синего тунца. Килограмма на 1,5-2, но их нельзя ловить меньше, чем 30 килограммовых, надо отпускать. Поэтому таких уже штуки 3-4 отпустили мы, больших тунцов. Собираем только... Короче, есть другой тунец, не синий, он какой-то обычный, их можно вроде как ловить. А вот именно вот этого синего тунца нельзя, вот их отпускаем. Их оставляем, пол ведра уже насобирали. Вроде не сопротивляется особенно. А там нормально. Вот так. Маленькая, да? Ну да, такая. Маленькая. А, это еще и эту, которую надо отпускать. Это синий, да, Андрей? Отпускаем, Андрей. Я не вижу. Мне его боком не синий. Оставляем тогда. Вот это уже промыслово идет. С сетями корабль. Чайки вокруг него вьются. Значит, рыба есть. Вот так вот вся вода. Синяя, синяя. Если видно, вон наш город остался. Вдалеке, вдалеке. Эта глубина здесь уже 70 метров. Рыбалки. Порыбачили, вперед, да. И попало. Ну, я не брал еще. Нет, да, теплая вода. Супер!
10 есть, больше? Больше, штук 15. Штук 15. И она держится обычно с мальком. Пойду на борт. Да, да, да. И вот туда рыбы много. То есть она как-то. Так. Проходим. Подходим уже к Валенсии. Порт Альборая. Вон он там впереди. Такой у нас день, ребята, друзья мои, порыбачили, покупались от души, классно провели время. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, не забывайте. Всем чао-чао.